Вениамин Кондратьев провел прием граждан по поручению президента России. Люди приехали из 5 районов края. Так, Марина Аксенова из станицы Воздвиженской попросила помочь построить новый офис врача общей практики, так как ближайшая амбулатория находится в соседнем населенном пункте в 13 километрах. Бригаду скорой медицинской помощи необходимо вызывать и ожидать из соседней станицы Темиргоевской. И поэтому, конечно, как и для меня, как многодетной мамы, так и для всех жителей нашей станицы этот вопрос очень важен. Вениамин Кондратьев уверен, медицинское обслуживание в станицах и поселках не может быть хуже, чем в городах, а также должно учитывать специфику жизни селян. Я сам знаю по своим родителям, то есть, как правило, никогда. То есть, то посадка, то прополка, то сбор урожая, то закрутка, то закатка. Знаете, вот настолько увлечены трудом с раннего утра до позднего вечера. Да, поэтому такой уже у нас уклад жизни, я согласна с вами. Офис врача общей практики однозначно должен быть рядом с ними. Поэтому вот максимально поддерживаю инициативу, притом каждого населенного пункта, даже невероятное на количество, сколько там людей живет. Еще раз подчеркиваю, селянина сложно затащить к врачу, сложно, даже практически невозможно. Но тогда врач должен прийти к селянину. Обратно в станицу Воздвиженскую Курганинского района Марина Аксенова отправилась с хорошими новостями. Новый офис врача общей практики должен заработать уже в феврале следующего года.